встретились два самых упертых человека – тайный агент и воровка. Унур – начальник тайной организации, которая охотится на Дживана Карала, владельца крупнейшей ювелирной компании. Дживан и его сестра Хиляль прикрывают свои грязные и нелегальные дела этой компании. Однако Унур уверен, что все документы в его доме. Чтобы свободно входить и выходить оттуда, он влюбляет в себя Хиляль. Эдже – воришка, которая играет по-крупному. Ее новая цель – сейф кораллов. Эдже тоже использует Хиляль, чтобы добраться до сейфа и обокрасть их. Но на пути появляется Унур, явно лгущий Хиляль и явно что-то скрывающий. Унур и Эдже, сами того не понимая, начинают притягиваться друг к другу. Только вот беда – Унуру и Эдже придется работать вместе –